следующему весовая бою. 66 килограмм, рост 175 сантиметров. Мастер спорта по версии Вали Туда. Мастер спорта по грэпплингу. Профессиональный рекорд. 6 побед, 1 поражение, 0 ничьи. Команда ОГПИ ОШ. Тренер Маткеримов Нурбек. ОШ, уроженец Алай. Садыхулу Рыскальди! Его соперник в красном углу, весовой категории 66 килограмм, рост 75 сантиметров. Чемпион К1 Узбекистана. Профессиональный рекорд. 3 победы, 1 поражение, 0 ничьи. Мастер спорта по К1. Команда «Мангуст», тренер Тугизбаев Мансур. Уроженец Узбекистана, Фергана. Мирзожанов Джавахир! Джавахир Мирзожанов против Рыскельды Садыхулу. Последнее приготовление. И сейчас слова рефери, собственно, бой начинается. Ну, стоит отметить, что Рыскельды Садыхулу является очень опытным бойцом. Вы видите, да, какой дождь и ветер сейчас в Акджаре. И бойцам в этом смысле немножечко не повезло. Сейчас ветер, я думаю, надул воды в октагон. И опять будут скользить. Причем довольно сильно бойцы. Но Рыскельды роняет своего оппонента на настил. Да, работать в партере куда удобнее, нежели драться. Меньше риска того, что ты подскользнешься. И сейчас все правильно делают. Ну, Рыскельды поднимается. Пытается устоять. Здесь борьба не только против оппонента, но и с координацией. Все-таки тяжело. Тяжело передвигаться. Вот по кадрам можно понять, как концентрируется Рыскельды, чтобы не подскользнуться. В итоге добивается своего, берет ноги в захват, и что дальше? Пытался Джавахир сейчас ногами обхватить оппонента. Но Садыхулу очень опытен в этом смысле. 6 побед, всего 1 поражение. Очень активный бой у нас проходит. Вот здесь в удушение взял. И мне кажется, а это, конечно, для узбекского бойца. Это будет его второе поражение в карьере, если проиграет. Да, здесь сдается. Ну и, собственно, все. Поздравляем Садыхулу Рыскельды. 7-я победа в карьере. И я думаю, следующий бой с его участием мы увидим уже на турнире WF Pro Fight. Лучшие кадры поединка, ну, на них видно, как Рыскельды планомерно разбирался со своим оппонентом. Ну и вот завершающий удушающий прием. Эмиль Токтогонов выходит для того, чтобы наградить Рыскельды Садыхулу поясом. Поясом чемпиона WF Selection. Есть ли такой? Удушающим приемом победу одержал Садыхулу Рыскельды. Видимо, отец вышел здесь, чтобы поддержать своего бойца сына. Может быть, дедушка или, собственно, кто-то из родственников. И вот действительно большой почет и уважение оказывает ему Садыхулу. Поздравляем его с этим. Достойный парень. И браво!